Ой! Еще одна такая эвакуация, я без рук, без ног. Ну вот и помоги, пока руки, ноги целы. Ну давай. Интересно, что бы ты делал, если бы этот гроб с музыкой оказался бы на пару сантиметров выше. Чего? И не с такими делами справлялись. Ну да. Еще бы, например, на фронте. Да, и на фронте тоже. Да и здесь были дела. Угу. Ты вроде собирался к Дашеньке. А ты считаешь, что меня уже нет? Я не смею больше беспокоить. Так, осторожность и внимание. А то вместо куртки придется надевать ходики. Вместо галстука гирьку на цепочке. Ну, у тебя до того праздничный циферблат, что таких деталей на ночи никто не заметит. А что, что-нибудь имеешь против моего циферблата? Циферблатом ничего. Но другой бы с таким лицом высоко поднялся. Ну да, как ты, например. Ты вон куда взлетел. К восьмому этажу и обратно. Нажимать кнопки, открывать двери и кланяться. Вот карьера. Я покорнейше благодарю и премного тебе благодарен. Можешь эту карьеру оставить при себе. Убирайся. Что, что-нибудь не так? Убирайся вон, а то плохо будет. А и так хуже некуда. С тех пор, как на свет появился, некуда хуже. Приюты и детские дома. Я что, просил кого такой жизни? Я что ли заказал крушение поезда, чтобы остаться без родителей? Теперь этот музей, это твой зверинец на мою голову. Когда марширует этот твой зверинец, я не знаю, что мне делать. Смеяться или плакать. Счастье быть внуком отставного лифтера. Вон! Да, я школу не кончал. Но в шестом классе у меня были одни пятерки. Вот я сам посмотри. Да ладно, ладно, я знаю. А ты когда-нибудь учился на пятерке? Ну скажи, когда? Ну, а я когда? А я сам пробивался. Если бы у меня был хоть какой-нибудь дед, хоть бы отставной лифтер на пенсии, а то у меня никого не было. Понял? Ну ладно, дед, ну не сердись, я же не хотел. Ну я же не хотел. Чего, в ледовый раз? Он там, на кухне. Да, ты прав. Я кланялся. Я столько кланялся, что даже клиентов ты узнавал по ботинкам, а не по лицу. По ботинкам даже лучше, чем по лицу. Ты мне про чемоданы забыл напомнить. А я столько их в жизни перетаскал, что хватило бы нагрузить целый товарный поезд. Теперь что? Теперь чемоданишко. А раньше стоит дама, а около нее контейнер. Страшилище. Не знаешь, как к нему подойти-то. Несешь руки, обламываешь. А в душе рад. Сейчас-то никто. Раньше налегке не ездили. Подойдешь, отнесешь его, а в душе рад. Рад, потому что чем тяжелее чемодан, тем больше чаевых. Как же я радовался этим чаевым. На них я покупал конфеты, куклы для одного чумазого мальчугана и относил ему в детский дом. Молодец. Ну, возьми. Ты в магазинчик сбегать? Зачем? Ну, а какая же у вас на сегодня программа к чаю, а? Не знаю. Нет, ну а я-то когда-нибудь дождусь приглашения, а? Поживем, увидим. Добрый день. Добрый день.
опоздала немного, не удалось освободиться пораньше. Звонила сыну, ну и задержалась по почте. Просто ужас. Целую вечность приходится ждать, пока наконец соединят. Что нового? Как поживает пан сынок? Когда я звонила, то он как раз оперировал. Целый час пришлось ждать. Наверное, эти международные разговоры стоят кучу денег. Конечно. Пани Конти не ждала на проводе. Она позвонила еще раз после операции. Да. Эти разговоры стоят денег. Да. Ну, конечно, при моих теперешних обстоятельствах я, конечно, не могла в себе этого позволить, но все оплачивает мой сын. Да, в прошлом тоже наши клиенты пользовались разговорами таким способом. Я сам им и заказывал эти... Простите, а ваш сын где? Мой сын в Швейцарии. Мой сын ассистент профессора Обвегессера. Если, конечно, вам что-нибудь говорит это имя. Нет, ничего не говорит. Имя как имя. Он оперирует глаза. А как вы сказали его фамилию? Обвегессер. А, нет, этого-то я знаю. Я про вашего сына. Вот что, ну, естественно, Конти. Ну, а имя-то у него тоже есть. Зовут Губерт. Губерт Руфус Конти. Вон оно что. Нет, такого не знаю. С этим молодым человеком я, кажется, не имела чести быть знакомой. Это, вероятно, ваш... Да, это мой внук, Павел. Очень приятно. Помогите Дарье. Что такое? А они не кусаются? Что вы? Какой милый мальчик. Да, он плохо воспитан. Ну, знаете, сами теперешняя молодежь. Ничего не поделаешь. Все меняется. И люди, и времена. Простите, пани... Конти. Ой, благодарю вас. Пани Конти, можно вас спросить? Пожалуйста, мой дорогой, спрашивайте. Пани Конти, что же у вас такое тут вот в этом чемодане, а? Несколько странный вопрос. А почему вас это интересует, мой милый? Да нет, я просто подумал, может, вы к нам переезжаете? Нет, не беспокойтесь, пожалуйста. Просто я этот чемодан всюду ношу с собой. А мне показалось, это вот он его носит. Пан... Хмелик, рассыльный. Собственно говоря, бывший. Да. Пан Хмелик носит его, но принадлежит он мне. Пан Хмелик? И чемодан. А почему же вы его не носите сами? Что вы, он слишком тяжел для меня. А да, вы правы. А для него-то не слишком. Что вы, я привык, я всю жизнь что-нибудь переносил с места на место. Иной раз попадались открыточки с целующимися голубками. А иной раз попадалась такая посылочка, да, тяжелее, чем этот чемоданчик. Пан Хмелик привык к этому, не правда ли, мой дорогой, ну как скрипач к своей скрипке. А к тому же я хорошо оплачиваю. Ну что же вы стоите? Садитесь! Мне кажется, что ты сильно опаздываешь. Ну, какая у вас на сегодня программа, а? Проблемы долгожительства,
или влияние муравьиной кислоты на окисление земной оси. Нет, ты определенно опаздываешь. Опаздываю, Фак. До свидания. Целую ручки. Да. Извините. Здесь немножко душно. Нельзя ли открыть окно? Всю минуточку. Много так свежего воздуха. Да, вы правы. Добрый день. А Павел дома? Здравствуйте, Дашенька. Павел только не ушел. Простите, пожалуйста. Какая милая девочка. Да. Последнее увлечение Павла. Я сейчас поставлю чаек. Наверное, у Павла были гости. Сейчас я схожу, куплю. А нет, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Какого прикажете? Китайского, грузинского, русского? Ну, какого угодно будет милостивой памяти. Ну, я предпочитаю цейлонский, но его уже 3 года нигде нет. Ну, тогда грузинского. Слушаюсь. Бутылочку токайского. Слушаюсь. Но только поскорее. Как прикажет милостивый пани. Сию минуточку. Цейлонский чай. Нет чая лучше, чем цейлонский. Настоящий цейлонский чай вы всегда могли иметь во всех наших гостиницах. Могли посетить Континенталь в любом уголке мира. В Африке, на Южном полюсе, зимой и летом, днем и ночью. Мы всегда могли иметь настоящий Цейлон. А теперь, где он, настоящий цейлонский чай? Его нигде нет. Кругом какие-то отели для туристов, и всюду сплошной обман. А ведь наш дед покупал оптом цейлонский чай у Майна. Как вы думаете, сколько людей еще помнят Майна? У них был еще филиал. Маленький магазинчик под башней. А, как там благоухало. Миндаль, ваниль, корица, гвоздика. И была большая машина для поджаривания кофе. Как сейчас помню. Там всегда стоял такой аромат от поджаренного свежего бразильского кофе. Еще мальчишкой я бегал туда за ветчиной для пана директора. 150 грамм пражской ветчины каждое утро в 9:30. Там были прилавки, такие толстенные, шлифованные стекла в полированных рамах. Стекла прозрачные, как слеза. А на полках были белые таблички эмалированные. И на каждой надпись готическим шрифтом. А на витрине стояла шоколадно-коричневая негритянка. Почти без ничего. В тростниковой юбочке
и в соломенной шляпке. У ней были такие маленькие острые грудки. Ах, часами можно было любоваться на эту витрину. Оливки, финики, фиги, изюм, арахис, мандарины. Что случилось? Ничего. Мандарины и сейчас можно купить, а молодость уже прошла. А вот и чаек. А сегодня даже с лимончиком. Разрешите, я вам? Спасибо. Это вам. Разрешите. Люди, что? Покормка. Всю минуточку, сейчас все будет. Сию минуточку. Каким молодцом выглядит. Походка прямо как у танцора. Да, привычка. Всю жизнь бегал то туда, то сюда, и теперь остановиться не может. Он и там, где мы живем, в богадельне. Ни минуты покойно не сидит. Все время в хлопотах, в заботах. Ему и умереть-то будет некогда. Я протестую! Я вам не хулиган. Нечего меня хватать и толкать. Пан Райдер, что произошло? Вы, наконец, успокойтесь. Вы перестанете ломать комедию или нет? А что случилось? Обращаются с честным человеком, как с заклятым врагом. А я повторяю, что я не хулиган. Стоп! Он лез на стенку, у самого даже документов нет. Вы знаете этого гражданина? Стоп! Ни слова больше. Прошу всех на диван. Прошу всех на диван, ни слова больше. Прошу. Начинается опознание личности. Ой. Пани, вы знаете этого гражданина? Конечно, это же пан Райнер. Стоп, ни слова больше. А вы знаете этого гражданина? Ну, конечно, знаю, но ведь вы хотите, чтобы я опознал личность пана... Стоп. Я вас не спрашиваю, что это за пан. Я вас спрашиваю, знаете вы этого пана или нет? Таков порядок. Сначала вы должны мне сказать, знаете вы этого гражданина или нет, а потом назовете его имя. Так вот, знаете вы этого гражданина? Ну, конечно, знаю. Но ведь вы просили... Стоп. Опознание личности производится по особым правилам. Будете подходить ко мне по одному и потихоньку на ухо шептать имя человека, которого нужно опознать. То, что вы мне скажете, это свидетельские показания. Свидетельские, ложные свидетельские показания караются законом, так что смотрите. Цирк. Тоже мне Шерлок Холмс. Помалкивайте. Прошу в порядке очереди. Если позволите. Придет и ваша очередь. Не чайник. Придет и его очередь. Сначала я должен закончить опознание. Опознание. Будто я неизвестный утопленник из Дуная. Гражданин, давайте не будем нарушать действия законных властей при исполнении служебных обязанностей. Я штрафую. А вот вам и только штрафовать. А у самого нет даже бумаги для того, чтобы... Довольно, мой дорогой. Мужчина при любых обстоятельствах должен собой уметь водить. А я повторяю, у него нет бумаги... Граждане, предупреждаю в последний раз. Давайте не будем нарушать общественный порядок, а штрафуем. Прошу свидетелей. Вы как-то торопились? Прошу вас. Вы знаете этого гражданина? Ну, конечно, знаю. Мы с ним давно знакомы.
живем в одном доме для престарелых. Это ну, пан... Стоп. Как вас зовут? Хмелик. А. Можете быть свободны. А мне в кухню, чайник. Можете в кухню. Прошу вас. Виноват. Как вас зовут? Франчишек Абель. Очень приятно. Без работы. Стыд и позор. Вы, прошу вас, пани. А не потрудитесь ли вы подойти ко мне? Потрудиться придется вам, я при исполнении служебных обязанностей. Ну, позвольте, я пожилая дама, у меня больные ноги. И мне отлично известны не только мои гражданские обязанности, но мои права. Я очень хорошо знаю, что я должна и чего я не должна делать. Если вы, как официальное лицо, нуждаетесь в моих показаниях, а я, кстати, в них совершенно не нуждаетесь, так это вы, пан инспектор, должны считаться с моими личными обстоятельствами, в данном случае вот с моей болезнью. Вы что думаете, если вы пришли бы ко мне в больницу, допрашивать меня, что я так бы и соскочила с постели? Ну, здесь не больница, но ведь и я не лежу, а сижу. Зачем же вы так, пань? Просите ваше имя? Конти. Пани Конти? Да, пани Конти. Пани Конти? Да. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Очень приятно, очень приятно. Позвольте представиться, инспектор Ни. Очень приятно. Прошу вас. Совершенно стыдно. Вы свободны. Так, а вот и чаек. Вот хорошо. Вот и чаек. Пан инспектор, может быть, вы выпьете с нами чай? Я при исполнении служебных обязанностей. Ну, поскольку чай это даже не пиво, то при исполнении служебных обязанностей его можно употреблять. Присаживайтесь. Раз вы так считаете, пани. Пан Хмелик, пан инспектор хотел бы снять свою бригадир. Простите, это как называется то, что у вас на голове? Да, да, простите. Прошу. Я не желаю сидеть с полицейским за одним столом. Сыт по горло. Ну, что вы, это же пан наш гость? Да, может быть, гость ваш, но не мой. Вы не правы, мой друг. Да. Скажите, в чем же провинился наш уважаемый друг пан Райнер? Он безобразничает. Лез на стенку без сопроводительных документов и удостоверений личности. Ну, это ж неизвестно, кто из нас безобразничает. Опять нарушаете? А если бы вы разбились? Ну, пан Раймер очень рассержен. Извините. Он извинится перед вами, когда немножко остынет. Я никогда не остыну. Скажите, а что же натворил пан Раймер? Я же вам говорил, он лез на стену. В самый час пик на глазах у всех. Если вы шутите. Нисколько. Он лез на стену нашей городской башни. С риском для жизни я его снял. Он лез с уступа на уступ и забрался уже довольно высоко. Да, это действительно невероятно. Да. Ну, невероятно. Это неслыханно, это неожиданно. Старый человек и вдруг лезет по стене, как обезьян. Это еще что? А что, разве не так? А почему как обезьяна, а не как артист? А вы разве артист?
А что же я, обезьян, по-вашему? Пан Райнер, часовщик. Ну, ювелир. Ну, вот видите, ну зачем же ювелиру лезть на стенку в самый час пик? А если вы артист, у вас должно было быть особое удостоверение. Да. И если бы я был артистом, я бы должен был иметь особое разрешение. Скажите, а вы давно служите в полицейском корпусе? Я служу в городской инспекции по охране чистоты и порядка. Поэтому в нашем городе грязь и вонь. Чашечка чаю. Я уже положил два кусочка. Да, мы благодарим. Да, ну. А Кольшу ударил за угощение. Честное. Нам было очень приятно. Пан Мелик. Пан инспектор, вы. Кончи, пан Абель, пан Райнер, пан Шмелик. Честь имею! Да! Не забудьте! Сегодня вечером у нас богадельня. Не опоздайте к ужину. Пан Раймер, может быть, вы придете теперь к нам? Ну, скажи мне, ну что же это такое? Я надеюсь, что вы на нас не обиделись. Ну, идите к нам. Ну, зачем же? Вот так. Неужели вы хотите, чтобы дама вас приглашала дважды? Пан Хмелик, пожалуйста, помогите пану Раймеру. Не трогайте, мои что, ваше дело чай. Да. Ой. Особое удостоверение, если что выдумали. Ой, вы думаете, что я сумасшедший, не так ли? Ну что вы? Да. Что? Да я знаю, что вы думаете. Я иногда и сам так думаю. Мне не повезло, что я вообще думаю. Иной раз бывает больно, но вот не здесь, как можно было предположить, а вот тут. Вот, например, этот полицейский. Он тащил меня через весь город, из леса, из кожи вон, чтобы я не взобрался на эту башню. И за все это время он не спросил, зачем я туда полез. Этим людям все ясно. Для них я старый сумасшедший и точка. Тронутый старик, вызывающий всех возмущение. Ну, а почему же вы сами ему не объяснили? Черт, по-вашему, эти башенные часы положил бы прямо к моим ногам, так что ли, да? Да чего мне было ждать от него, когда даже вы в течение нескольких лет прячете от меня все часы, боитесь за них? Я просто очень ценю и уважаю вашу специальность. Это самое комичное. Уважает мою специальность и прячет от меня все часы. Ну, мы прячем часы, потому что не хотим, чтобы эти часы отвлекали вас от нашего общества. А я вам на это вот что скажу. Если бы некоторое время вы подождали бы несколько месяцев, то мне действительно удалось бы согласовать ход всех ваших часов. И тогда... Но вам это не удавалось. Нет, вы сидели среди нас, но были не с нами. Не удавалось. У себя в мастерской я добился своего. Я согласовал ход 6 часов тютелька в тютельку до 1/10 секунды. Правда, на это ушло почти 4 года. Но, однако, все-таки добился. Я никогда не понимала,
Почему вы так об этом заботитесь? Да не все ли равно? Не вижу в этом никакого смысла, не все ли равно? Секундой раньше, секундой позже. Все дело в принципе, чего ж тут не понимать. Один император, как же его звали-то, я забыл, Максимилиан, кажется. Так он столько времени этого добивался, что, наконец, тронулся. Да. Он спросил себя, как же можно управлять действиями миллионов людей, когда он не может согласовать ход две дюжины простых обыкновенных часов. Вот тут он и тронулся. Понятно? Все дело в принципе. А если все часы на свете будут тикать друг другу в такт, так секунду в секунду, вы думаете, людям от этого будет лучше? Я уж не знаю, лучше или хуже ли, но что-то должно измениться. Странные мысли. Ну почему? У одних часы отстают, у других идут вперед, а у третьих вовсе останавливаются. Так вот. Вы говорите, что император на этом спятил? Да. Так, по крайней мере, утверждают историки. Так мы не хотим, чтобы вы с ума сошли. Ну, не беспокойтесь. Он всего лишь только император, а я часовщик. Вот, вот что вы делаете. А, вот вы прячетесь, меня кричит. Но дело не в этом. А дело все в том, что вы, мы с вами за всю жизнь выпили целую цистерну чая, и вы до сих пор меня не поняли. Ведете себя как маленький мальчик. А между тем, вы человек, который мог бы быть космонавтом. Панра, что же вы? Что? Ну, мы же условились. А? Кто же мне конспиратор? Часовщика не мог подождать минуту. Ой. О каком космонавте здесь идет речь? О каком, о каком? Вот об этом. В течение 46 лет наш пан Абель поднимался каждый день на четвертый и даже на восьмой этаж. Приблизительно по одному рейсу каждые 4 минуты. Я взял на себя труд все подсчитать. Вычел за 46 лет все воскресенья, по 52 воскресенья в год, праздничные дни и двухнедельные отпуска, и получилось... Головокружительная высота. Пан Абель, вы за это время преодолели расстояние от Земли до Луны. Это невероятно. А тем не менее это произошло. И вот когда на эту... А, кстати говоря, высоты оказалось гораздо больше. Вот когда на эту высоту поднялись другие, у всего мира от удивления перехватило дыхание. Вот вы назовите этих парней здесь, или, не знаю, там, в Центральной Африке... Все знают этих славных парней, за короткое время преодолевших расстояние от Земли до Луны. И нет ничего удивительного, что наш пан Абель за 46 лет честной работы преодолел расстояние гораздо выше. Значит, я могу считать себя космонавтом. Если к одной маленькой высоте прибавить другую маленькую высоту. И так каждый день по несколько раз, то можно добраться до Луны. Или почти до Луны. Значит, можно подняться на такую высоту. Как же мне самому не приходило это в голову. Не выпить ли нам токайского? Ну, конечно. Да. Будьте моими дорогими гостями. Я сейчас устрою. Конечно. Нет. Не ждите. Сегодня мы будем пить из рубиновых. За нашего дорогого космонавта.
за наши звездные мгновения. За бледную луну. За жизнь, погибшую в шахте лифта. Вчера были гости. А они что, чокнутые? Ага, с приветом. Оп! 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 Смотри. Каково? Дед прячет часы от одного часовщика, пана Райна. Еще тот крокодил. Как увидишь шестеренки, сразу их хватит, давай чинить. А зачем он прячет часы? А у пана Райнера есть такая дурацкая привычка. Он любит пофилософствовать на предмет, почему люди не часы. Иногда так разойдется, что швыряет на пол все, что под руку попадет. Ну и чудище. Это еще не все. Ходит сюда одна старуха. Пани Конти. На голове шляпа, как у Д'Артаньяна. Здесь две крысы. А сзади... Слуга! Слуга? С ума сойти. Ну, говорю тебе, слуга, отставной рассыльный пан Хмелик со старухиным чемоданом. Чемодан в полтонны, чудак, пыхтит на тачке. Ой, держите меня, а то упаду. Еще не все. Сегодня утром мой старик сообщил мне. Я космонавт. Он что, выпил, что ли? Да. Нет, ну тогда это очень странно. Мне не кажется странным, что сюда каждую пятницу ходит собственный полицейский? Думает, что он тут самый главный и наводит порядок. Стоп, оштрафую. Стоп, не безобразничай. Аттракцион номер два. Настоящий джаз-бокс. Видеостерео, модель 2000. Ну, как по-твоему, играет этот дед? Если да, то я папа римский. Пари. Давай, люблю беспроигрышный пари. Поцелуй. Два поцелуя. Согласен. Отлично. Так. Так, так. Путь школы. Глоток тонизирующий у меня спасет. Для Павлушки попсикольчик, для дедушки алкогольчик. Так. Что ж такое? Что? Что ж такое? Что такое? Что такое? Боже! Ой, ой! Слушай, что-то испортилось, а? Дай ему попить. Ой, ой, ой. Вот так. Играет? А? Вы умели делать. Ясно. Че? Обман. Какой обман? Обман. Какой обман? Так, где магнитофон? Какой магнитофон? Где магнитофон? Какой магнитофон?
где магнитофон? Какой магнитофон, а? Да, где магнитофон? Какой? Так, тут. Где магнитофон? Алло! Где магнитофон? Я! Вот магнитофон! А это чей магнитофон? Мой! Я его отремонтировал. Ох, если ты все, что ты отремонтировал, стало твоим. А что классно звучит. Соседи с ума сойдут. А нам без разницы. Аттракцион номер 3. Держите меня, а то упаду. Да убери ты свои часы. Знаешь, куда? Иди на камин. А эти? На диван. Ой. Тяжелые часы. Ну да, у нас с тобой будут электронные. Не знаю. Таких не видела. А я знаю. Батарейка величиной с монетку, а идут круглый год. А что еще у нас с тобой будет? Все. Цветной телевизор. 12 штук. По числу месяцев в году. По одному в каждую комнату. А остальное себе на голову. 12 комнат и небольшой холл. 36 на 36. 106 на 106. И пани Даша с утра до вечера полы моет. А мы на них ковры. Ковры-самоходы. Пылесос. Кибернетический высасыватель пыли. Эркондишн во все сезоны. И всю твою кибернетику в подвал к чертовой матери. А где хранить вино? В водопроводных трубах. А воду? В бассейне. А бассейн? В саду. А в саду? Золотые рыбки и на пальмах дрессированные шимпанзе. Тот разноцветных колибри. И кошкам вход воспрещен. А почему кошкам вход воспрещен? Чтобы они не сожрали твоих колибри. Отлично. А дети? Дети! Дети! Розовенькие, маленькие, с попочками, как персики. А сколько? Ну что, полно. Старший будет олимпийским чемпионом по прыжкам на голове. Он будет привозить нам золотые медали. И подарки. Второй будет директором космофлота. Отлично. Членам семьи можно будет покупать билеты со скидками 50%. И к празднику можно будет слетать за дефицитом. Он привезет к тебе с Марса собачек с антеннами. А зачем собачкам антенны? Чтоб только у тебя были с антенны. Отлично. Третьего муштруем на укротитель. Нет, циркач исключено. Это что, нет, у нас исключено. Должен быть один человек искусства в семье для статуса, нет. Понимаешь? Нет. Тогда уж пускай лучше папа Римский. Да нет, папа Римский исключено. У тебя не будет законных внуков. Ну, знаешь, хватит внуков от чемпиона. А девочки? Девочки, черту две, все, больше их не надо. С ними хлопот не оберешься. Три парня, две девчонки. На этом установимся. Отлично. Ах, боже мой. Что такое? Ну, это все это будет стоить целую кучу денег. Ну и что ж? А где мы их возьмем? Ограбим банк. Нет. Я не хочу быть домой гангстера, попавшего на электрический стул. И пятеро нищих сироток на шее. Жаль.
Тогда придется зарабатывать деньги честным путем. По-честному, столько до самой смерти не заработаешь. А почему? А почему? Буду рационализатором, инноватором. Буду обслуживать сразу 52 токарных станка. Буду работать не две, а четыре смены. Ну, прости. Откуда нас возьмут столько детей, если ты будешь работать круглые сутки? Ну, дорогая, проблемой прироста населения будем заниматься по субботам и воскресеньям. Только? Ну, тогда решай. Либо деньги, либо прирост. Так и что ж могла пойти трудиться на фабрику? Никогда. Или я могла продавать парики. Парики – это бизнес будущего. Атомная физика – вот бизнес будущего. Ты будешь ученый-атомщик. Ты будешь по пятницам приносить домой нерасщепленные атомы в кошелке, а я тебе буду помогать их расщеплять по субботам и воскресеньям, чтобы ты получала большие премии. Ну, прости, ты сказал, что по субботам и воскресеньям мы с тобой будем заниматься? До 9 мы будем колоть атомы, а потом... А потом ты будешь смотреть телевизор, новости спорта. Хорошо, атомы колоть будем до 7. Знаешь, давай лучше до 5. Согласен. Но все это только после свадьбы. Или после помолвки. Нет. Я уже сказала, только после свадьбы. А ты мог сделать? Колыбель. Из металла хоть за два дня. Ну я же не о контейнере тебя прошу, а о колыбели. Она должна пахнуть сосной. А в какой угол мы ее поставим? Нет, зачем в угол? Поставим. У нас пока нет своего угла. Поставим ваш. Наших тоже нельзя. Нас там знаешь сколько? Как китайцев в Китае. И еще плюс я. Нет, поставим ее здесь. А давно не красили? Лет 7. Ну, давно в моде обои. И недорого стоят. Где будет жить дед? Пол у вас плохой. Паркет дорог, да ведь не достанешь. Не можем же мы жить втроем в одной комнате. Ну, конечно, не можем. Линолеум дешевле, но ведь некрасиво, ты понимаешь? Ну, как в больнице. Не знаю, паркет трудно мыть. Ничего, я и с паркетом справлюсь. Лишь бы достать. Ну, вот это вот, что это такое? Ну, что это? Ну, что это за идиотик? Где будет жить дед? Ну, а может быть, твоему деду поселиться на кухне? Ну, а что ж ты придумал? Я ума не приложу. Ну, а может быть, ему поселиться в дом для престарелых, а? Богадельня, ты с ума сошла? У меня язык не повернется это ему сказать. Ну, а ты попробуй сказать шутку. Ну так, между прочим, а? Ну что ты молчишь? Я не настаиваю. Как хочешь, так и решай. Ну хорошо, ну пусть он остается, пусть живет здесь, на складе этого старого барахла. Пусть! Добрый день. По нами. Даша! Ну подожди!
Ну вот. Вот и вернул. Как видишь, переставляете, а обновляете? Нет, мы просто так, а? Ну так, а обсуждали, как это все было бы, если бы мы поженились. Если бы поженились, товарищ? Ну да. Прекрасная идея. А где же вы будете жить? Ну, ты же сам слышал, наверное, здесь. Ну, я так понимаю, что Дашеньке здесь не нравится. Нет. Мы думали, что, может быть, для начала, на время, пока мы не получим кооперативную квартиру, мы можем. А долго ждать кооперативную? Это лет 6-7. А сколько же нужно внести первый взнос? Ну, смотря какая квартира, есть за 3000, а есть за 10. А вы за какой внесли? Ну, еще ни за какую не внесли. А говорите на время. А что же будет со мной? Ну, мы еще об этом пока не думали. Ну да, понимаю. Ну да, у вас свои хлопоты полный рост. Да в том-то и дело, вы... Дед, знаешь, по-моему, надо что-то придумать. А вот что ты посоветуешь? А что же можно советовать в подобной ситуации? У тебя есть же какое-то мнение на этот счет? Конечно. Это какое? Ну, во-первых, что вы еще молоды. Ну что ж, нам сначала состариться, а потом пожениться? Ни в коем случае. А то, пожалуй, пока будете ждать, раздумайте. Ну ладно, не раздумаем. Мы любим друг друга. Приятно слышать. Любовь – это уже много. А что у вас еще есть? Ладно, все, пошли. Пошли. Вы знаете, у нас пока ничего нет, но будет. Все. Прекрасный дом, автомашина, цветной телевизор, собака. Ну, значит, все в порядке. Да нет. Нет? А почему? Потому что это все у нас только будет, а сейчас мы даже комнату не можем снять. Ладно, пошли. Подожди. Поэтому мы думали, что может быть... Дед! Ну, а можно для начала мы поживем здесь? Я бы очень готов вам помочь. Но я так понимаю, что Дашеньке здесь не нравится. Нет, не очень нравится. Но втроем нам было бы тут очень трудно. Ну хорошо, ну, дед, ну, может быть, пока, на время, ты поживешь на кухне? А? На кухне? Мне, повторяю, хочется вам помочь, но этот вариант не годится. Там каменные плиты, а с моей... искалеченной ногой. И потом, там холодно. Ну, кухня же маленькая, ты же знаешь. И нас все-таки двое. Ну, потом, ну, значит, пришлось бы ходить через твою комнату. Ну, а если бы я жил на кухне, значит, мне придется ходить через вашу комнату. Ну, простите, вы же все-таки старик, и вы рано ложитесь спать, а мы... Вы правы, Дашенька. Я старик. Но там каменные плиты. А может, разгородить комнату? Да нет, Даша, я думал об этом. Комната слишком мала. Решение же здесь, в этой квартире. Это единственное решение. Все зависит от тебя. Ну, я слушаю вас. Дед, ну, может, ты уступишь нам всю квартиру, а? Всю? Да. А где же я буду жить? А мы подумали, что, может быть, будет лучше, если вы просто переедете на время. Ну, если вам это поможет. А что вы для меня придумали? Замену. Равноценный вариант, даже лучше, чем равноценный. Вы знаете, там центральное отопление. Никаких забот с углем, и даже золу выносить не нужно. Тепло, чисто. И друзья все ваши рядом. И, можно сказать, у вас будет
7 пятниц на одной неделе. Вот две сберегательных книжки. Я долго на них откладывал из моей нищенской пенсии по 50 крон в месяц. Ну, самое малое. На одну книжку откладывал себе на похороны, а на другую на свадебный подарок вам. Я думал, что я доживу до этого. Не хотелось приходить на свадьбу с пустыми руками. Вот тут по 1500 на каждый. Берите их. Они обе ваши. Хотелось, чтобы похоронили по-человечески. Да я думаю, так под забором не брось. Возьмите. Можете унести пай в кооператив. Словом, делайте с ними, что хотите. Они ваши. Понимаю, Дашенька, не нуждайтесь вы ни в моем сочувствии, ни в моих деньгах, ни в моем барахле. Ну, перестань это делать. Я знаю, для вас это все старая рухлядь. Но ведь она не всегда была старой. Много лет я откладывал по грошам для того, чтобы хоть что-нибудь купить. И как я радовался, когда мне это удавалось. А до того я долгие годы ходил и смотрел на витрины, любовался. Другие покупали, а я смотрел. Кусок моей жизни – это барахло. Может быть, и вся моя жизнь – барахло. Но это была моя жизнь. Ну перестань ты, дед, ну перестань. Вы это поймете лет через 60, если вообще поймете. А я боюсь, что не поймем. Потому что мы будем другими, весь мир будет другим. И жилищный кризис, это не вечно. В конце концов, будет масса квартир, прекрасных квартир, солнечных, где будет полно зеркал, и кафельные ванны с цветочками, и кухни с автоматическими линиями, что еще? Что еще? Кондиционеры, детские сады, площадки. Даша! Даша! Большое тебе спасибо. Я знаю, почему ты это сделал. Ничего ты не знаешь. Знаю. Отлично знаю. Ты ненавидишь нас. Не говори глупости. Почему я вас должен ненавидеть?
Потому что, если бы ты взял нас к себе, кончились бы твои пятницы. Негде тебе было бы встречаться с твоей пани Конти, отец, который основал компанию отелей «Континенталь». Не отец, а дед. А ты сам? Ты сам не веришь, что она там дочка или внучка этих отелей? Ты не хуже меня знаешь, что название «Континенталь» произошло не от фамилии Конти, а от слова «континент». Континент – это часть света. Ты прекрасно знаешь, что никакого сына у нее нет. Сюда не мог бы ходить твой пан Райнер, великий философ и оратор, безнадежный псих, который лезет на стену только чтобы привлечь внимание прохожих в часы пик. А еще у него другая цель. Какая цель, не секрет? Тебе никогда не хотелось забраться высоко, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое? Нет. Я не нуждаюсь в мечтах о прекрасном прошлом, когда все было чище, лучше и красивее, чем теперь. Да, лучше мечтать о будущем. Квартиры, полные солнца, механические роботы. Так что не надо даже подходить к плите. Все это будет. Будет! Будет. Я только спрашиваю, когда? Не знаю, когда. Но будет. Мне жаль тебя. Ну да, Райнеру не жаль. Нет. Я им восхищаюсь. Так в этом же вся суть. Вы заговариваете себе головы сказками, задуриваете голову до того, что сами в эти сказки верите, и потом восхищаетесь друг другом. Может быть, ты и прав. Но ты все равно так ничего и не понял. Ну да, я отроду был непонятливый. Да, меня это иногда беспокоит. Куда-нибудь о пане Райнере ты не беспокоишься? Нет. Ну, если не секрет, почему? Слова полные любви. И тебе пара босых ног под одним одеялом. Это маловато для мужчины. И совсем просто выгнать старика. Приют для престарелых. И выбросить все его барахло. Ну, конечно, лучше карабкаться на стену и болтать. Ты никуда не карабкаешься, а только болтаешь. Попробуй. Попробуй взлезть на какую-нибудь башню. И я буду тобой восхищаться. Не на башню, а хоть куда-нибудь. Куда-нибудь. Но попробуй. Попробуй! Ну какая польза будет от того, что твой пан Райнер заберется на эту башню? Он что будет кричать оттуда? Люди, здравствуйте! Привет вам от пана Райнера! У них будут часы. Часы. Часы на башне. Там есть часы. Да, но они 8 лет показывают 26 минут 11. А когда пан Райнер одолеет эту башню и доберется до часов, время сдвинется. Отцы будут учить детей. Узнавать, когда четверть, когда половина. Всему городу, своим боем, часы будут говорить о времени. Они не будут больше немыми. У них появится голос. Ты слышишь? У них будет голос. Хорошо. Почему твой пан Райнер не заберется к этим часам нормально, по лестнице в башне? Несколько лет тому назад он предложил починить часы. Ему сказали, что он стар. А когда он обратился второй раз, ему сказали, что лестница гнилая, что она может обвалиться, что он может упасть. И тогда он полез по стене. По стене. Лезет по стене, но лезет. И ты думаешь, это ему удастся? Молю Богу, чтобы удалось. Ну, а если нет? Тогда он погибнет. Разве? Разве это не ужасно? Нет. Это прекрасно.